Вы знаете. Трагедия очередная вчера в Киеве. Аркадий Бабченко был убит, застрелен собственного дома. И уже премьер-министр украинского правительства заявляет о том, что, конечно, это сделали российские спецслужбы. Я хотел бы сказать спасибо службе безопасности Украины, во-первых, за то, что мы спасли мою жизнь, но это все-таки не столь важно, как то, что предотвратили более масштабные теракты, потому что они там хотели делать.